Среди кандидатов на участие в затее под названием «10 первых поцелуев. Любовный микс» сначала провели конкурс. Выбирали совершеннолетних, творческих, тех, кто еще не нашел свою половинку. В итоге 10 девушек и 10 юношей сегодня встретились в центре Сочи. Организаторы сначала предложили им по минуте на личные знакомства. После того, как все пообщались друг с другом, участникам предложили 9 различных заданий. Для выполнения каждого из них пары смешивали. В итоге, с кем можно идти в разведку, для себя выбрали все. В конце акции и юноши, и девушки рассказали, кто именно им понравился. Совпавшие симпатии организаторы поощрили призом – сертификатом на участие в квесте.